Я Людмила Ненашева, руководитель клуба любителей украшений Союза коллекционеров России и куратор нашего нового проекта, который скоро очень откроется в музейном объединении в выставочных залах Москвы, галереи Тушина. И этот прекрасный такой многоплановый проект посвящен, конечно же, весне, женщине, красоте, но мы не хотим за рамками проекта оставить такое явление в истории России, как оттепель, и поэтому в наш проект включены аспекты, которые освещают именно этот интереснейший период времени, а именно 50-е и 60-е годы. Наш проект многоплановый, и это значит, что там очень много разных представлено различных аспектов. Вот, например, у нас коллекция живописи представлена. И все это, заметьте, все, что там представлено, это из частных коллекций наших коллекционеров. И поэтому, возможно, эти вещи можно будет только увидеть один раз на этой выставке, и больше никогда они не появятся. Что же представляют наши коллекционеры? Во-первых, это великолепная коллекция живописи и графики. Она начинается с художников 40-х, 50-х годов. А купить можно будет? Да, можно будет приобрести эти работы. Но не все. Некоторые коллекционеры просто выставили, потому что это является действительно ценностью, это музейная вещи, и они просто выставили, чтобы показать, что такие вещи не должны пропадать, так сказать, в запасниках. Но есть еще многие вещи, которые продаются. Нужно просто обратиться по месту в галерее и узнать. Вот. То есть к 8 марта можно будет купить что-то такое интересное, можно, да? Можно, да. Я вот хочу рассказать, что у нас будет. Значит, у нас будут картины, кого-то, возможно, интересует живопись, графика. Это современные художники. И такие очень достаточно известные работы Рустама Хамдамова, например, будут представлены из коллекции частной. Будут представлены художники-нонконформисты. Это как раз яркое пятно в направлении 60, вот в этом направлении оттепели, так скажем, 60-х годов. Там будет Немухин, Зверев, Глеб Богомолов и еще многие известные имена. И это работы действительно высокохудожественные и музейного уровня. Но кое-что из этого тоже будет продаваться. Это редкая возможность приобрести такого качества живописи, графику, потому что обычно это не выставляется. Это, опять же, вот у коллекционеров дома, и практически увидеть это невозможно. Кроме этого, конечно же, будет большой раздел, представляющий все, что необходимо для женщины. И это от работ периода оттепели и до современного, до нашего сегодняшнего дня. Проект будет проходить в галерее Тушина, улица Яна Райниса, метро Сходнинская. Будет проходить с 1 по 17 марта, 1 марта открытие. И на открытии будет показ, будет маркет. Можно прийти и приобрести какие-то интересные изделия наших коллекционеров и авторов. 3 числа будет презентация и концерт. И 9 числа тоже будет презентация о вышивке, очень интересной микровышивке, и тоже будет маркет. И 16 числа будет презентация о эксклюзивных винтажных украшениях эпохи мирового кино, и тоже будет маркет, и в конце концерт, и после концерта фильм, знаменитый фильм эпохи Голливуда, женское кино, когда кино было как журнал, и женщины приходили посмотреть на украшения, на моду тех лет. Вот такое у нас интересное расписание. Кроме этого, конечно, интересно всегда просто прийти на выставку и посмотреть все те замечательные предметы, украшения, одежду, картины, которые будут представлены в этом проекте. Встречи с мастерами, можно будет что-то у них узнать, что-то... В эти дни, когда презентации и маркеты, мастера все будут, коллекционеры будут, поэтому это прекрасное время для общения, да. Узнать что-то новое, что-то интересное, познакомиться поближе, рассказать о себе, узнать о мастере. Так что смотрите наше расписание. И на наших всех каналах они тоже будут представлены. И ждем вас в гости.
Спасибо. Мы придем.